Здравствуйте, меня зовут Масленникова Яна Владимировна, я врач-стоматолог клиники Сатори. В этом видео я расскажу, как подготовиться к приему стоматолога. Постарайтесь не переживать и не накручивать себя. Современная анестезия хорошо обезболивает зубы, поэтому бояться совершенно нечего. Если же не удается совладать с эмоциями, накануне или за несколько часов до приема можно прибегнуть к приему седативных препаратов. Перед лечением обязательно нужно поесть. Во время стоматологических манипуляций на голодный желудок может закружиться голова. Помимо этого, голод способствует повышенному слюноотделению, что затрудняет лечение. За двое суток до приема не рекомендуется употребление алкоголя и наркотических веществ. Опьянение не поможет снять тревогу и боль, а лишь ухудшит самочувствие, снизит эффективность анестезии и повысит риск возникновения неадекватных реакций организма на медицинское вмешательство. Не принимайте обезболивающее за несколько часов до приема. Обезболивающие препараты могут снижать эффективность стоматологической анестезии и искажать клиническую картину заболевания. Почистите зубы. Скопление налета на зубах затрудняет диагностику. Не занимайтесь самолечением, не принимайте антибиотики без назначения врача. При первых симптомах как можно скорее обращайтесь к стоматологу за помощью. Спасибо за внимание. Надеюсь, это видео показалось вам полезным. Если так, ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал. Мы снимаем много интересных видео про стоматологию. До свидания!